Вся страна, которая пришла на выборы президента Владимира Владимировича Путина, поздравляет его с днем рождения. Желает ему удачи, благополучия, ангел-хранитель во всех его делах и начинаниях. У него их очень много. Терпение, терпение, терпение. Когда я ложусь или встаю, я молюсь за нашу страну, за моих близких. Я молюсь за патриарха и за вас, Владимир Владимирович. Я хочу, чтобы вы знали, что мы с вами, мы верим в вас. Храни вас Бог.